вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Коли примирення неможливо, ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі і дізнаємось, як психологи називають наше сьогодення. Пока человеком движет желание доказать правду, примирение, конечно же, невозможно. Сейчас психологи говорят о том, что наше время – это время таких выкидышей. Клиент есть несомненный специалист и знаток собственной жизни. Человек, когда выговаривает свои проблемы, просто говорит о них. Он нередко сам находит выход из своей трудной ситуации. Проблемні ситуації в нашому житті виникають, на жаль, досить часто. І це від нас не залежить. А ось як тримати себе в руках під час складних життєвих обставин нам під силу. Сьогодні, друзі, ми з вами зустрічаємось з психологом при синодальному відділу у справах молоді Української Православної Церкви Анною Лілік. Чим відрізняється православний психолог від просто психолога? Почуємо зараз. Я не люблю, когда меня называют православным психологом. Более того, я нигде себя так не позиционирую. Почему? Потому что я считаю, что психолог – это моя профессия, это мое, наверное, так, призвание, я надеюсь на это. А православие – это мое мировоззрение, это уже то, чем я живу, то, что прошло сквозь мою душу. Да? И я думаю, что так как не существует там православного математика, трудно себе такое представить. Мы знаем математиков, которые были при этом православными людьми. Поэтому я предпочитаю все-таки себе говорить просто как о психологе. Иногда, когда спрашивают, где я работаю, я могу говорить, что я работаю при церкви. Но это не значит, что я могу работать только с людьми, которые ходят в церковь. Ко мне люди ходят совершенно разные, и никогда не встает вопрос веры между нами. То есть вера – это, скажем так, больше мое личное дело, мои личные отношения с Богом. Поэтому мне не очень нравится, мне кажется, что не совсем корректно вот прям говорить о православном психологе. И кроме того, нередко в сознании людей бывает так, что если психолог православный, то это как психолог бесплатный. То есть часто бывает такое, что это вот можно прийти к кому-то, кто работает при церкви, и как-то так, ничего при этом ничем не жертвуя, ничего не отдавая, да, получить какую-то помощь, что тоже очень неверно, потому что психолог, даже который является православным, он в любом случае прежде всего специалист. Анна, будьте добры, за границей очень распространено такое понятие, как психоаналитик, и люди ходят к психоаналитику каждой семьи, если она нуждается, у нее есть свой психоаналитик, который выслушивает, который дает советы. В нашей стране это как-то не совсем принято, или уже принято, следует ли прибегать к советам психолога, как часто следует прибегать, и с какими к вам обращаются в первую очередь вопросы? Вы знаете, в нашей стране это уже начинает обретать популярность, хотя, конечно, это не так, как в странах Европы. Почему? Потому что, как вот говорил один мой хороший коллега, более опытный старший коллега, он говорил, что психолог – это друг за деньги. И мне кажется, что к нам это и пришло позже, потому что у нас, как таковой вот институт дружбы, он достаточно крепкий был. Только сейчас, вот, когда мы говорим там, о времени отчуждения, да, такого разъединения, когда действительно там дружба и близость истинной становится все меньше, тогда профессия психолога становится все более востребована. Почему? Потому что человеку часто нужно быть просто принятым кем-то, выслушанным, да, кем-то. И был даже такой замечательный случай в моей вот практике, когда пришел мужчина со своими там трудностями. За всю консультацию я действительно не сказала ни одного слова. Я сказала, поздоровалась с ним, мы там познакомились, и дальше говорил он. Говорил много, говорил эмоционально. Вот. Потом он ушел, и мне было даже как-то неудобно, потому что я, такое ощущение, что вот я как просидела, но я вроде бы ничего не сделала. Через неделю после этого он позвонил, сказал, что я ему очень помогла, и что его проблема стала решаться. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, когда выговаривает свои проблемы, просто говорит о них, он нередко сам находит выход из своей трудной ситуации, потому что говорит он это не в пустоту, он говорит это в какие-то глаза, которые его понимают. И по большому счету в нем есть все для того, чтобы решить свои собственные проблемы самостоятельно. Конечно, не все так быстро к этому приходят, но нередко бывают такие вот случаи.
Что касается советов, я думаю, что психолог не должен заниматься тем, чтобы давать советы, потому что это сразу ставит его в, скажем так, в роль несколько выше его клиента, да, как будто бы он такой вот все знает, все понимает и знает лучше, чем человек. Как меня учили мои учителя, помнить всегда, что клиент есть несомненный специалист и знаток собственной жизни. Другое дело, что сам человек часто запутывается, ну, не может, ну, как украинскую мову кажут, там, дати собі раду, да, вот, ну, как-то разобраться в этом. Вот, тогда психолог приходит на помощь только лишь за тем, чтобы стать, ну, так что ли, можно сказать, таким вот попутчиком на трудном участке, да, вот пути. Там в горах часто бывали такие люди, которые жили в горах, и когда там кто-то приходил, чтобы забраться на вершину, терял дорогу, вот шли в хижину к этому человеку, который мог их провести. Ну, по большому счету, наверное, психолог — это что-то такое. Он должен идти, как говорят, сзади, немножко сбоку, просто поддерживать за локоть, да, вот чувство локтя давать этого. И человек в состоянии сам просто решить все трудности своей жизни, если будет чувствовать такую поддержку. Как вы полагаете, если человек приходит к вам только выговориться, и вам, вы даже не можете вставить свое слово, но тем не менее он все-таки приходит же не просто так к какому-то соседу, а он пошел к психологу, то есть профессия психолог сегодня очень востребована. Ну, я думаю, да, достаточно востребовано. Действительно, люди приходят не просто выговориться. То есть это я просто привела пример, что бывают такие случаи, когда человеку достаточно вот говорить это в чьи-то глаза, которые готовы слушать его. Конечно же, человек приходит для того, чтобы, ну, как правило, вот если очень сильно упростить суть прихода человека к психологу, это сделать так, чтобы мне не было больно. Ну, приходит с какой-то своей бедой, с какой-то своей болью, и все, что он хочет, это чтобы ему облегчили. Ну и здесь уже психолог должен выступать как, опять же, не как некий гуру или кто-то, кто знает, как нужно поступать, а просто как кто-то, кто может, ну, дать вот такую поддержку. Ну, то есть психолог должен уметь разговаривать в первую очередь. Знаете, я не знаю, вот насколько это будет тактично, да, но скажу так, вот чему меня учителя мои учили, это то, что психолог должен быть глуп, аморален и ленив. Вот. И пояснение, конечно, не просто так. Глуп – это чтобы не жить умом своего клиента. Все-таки верить в то, что клиент всегда умен. Не считать себя умнее всех. Ленив – это чтобы не делать за клиента его работу. То есть если клиенту нужно пройти через какие-то там трудности, да, в своей жизни, это клиент должен делать сам, а не психолог должен делать за него. А аморален – это, конечно же, в том смысле, чтобы не осуждать его. С какой бы проблемой человек ни пришел, психолог должен найти в себе достаточно сил, чтобы принять человека со всеми его, ну, скажем там, недостатками, с его грехами и со всем прочим, и с чем придет клиент. Психолог должен быть способен принять его, не осуждая. Анна, вы как психолог, ваша точка зрения. Сегодня общество разделено. Сегодня в обществе бушуют страсти. Бушует костер, который невозможно погасить никакими здравыми рассуждениями. Безусловно, к вам обращаются люди, чтобы помочь разрешить ту или иную ситуацию. Как вы полагаете, возможно примирение враждующих сторон? Я думаю, что вообще примирение с любой точки зрения возможно при одном условии, если, скажем так, желание доказать правду, свою правду, уйдет на какой-то второй или даже третий план. А на первый план выступит что-то более ценное. Пока человеком движет желание доказать правду, примирение, конечно же, невозможно. Потому что, знаете, ну как, правда может быть у каждого своя. И мне, когда я слушаю людей, которые обращаются, ну, ко мне, вот, стоящие по разные стороны лагерей, часто приходится слушать, и я понимаю, что я разделяю и одного, и второго. Ну, и потому что каждый из них имеет основание так или иначе считать или думать. Но при этом, конечно же, если только человек готов понять, что это правда его, и эта правда не претендует на то, чтобы быть истиной, тогда примирение возможно. Тогда ему будет легче принять правду другого. Вот
вы знаете, психолог – это такая, с точки зрения, если взять восточное учение, достаточно вредная профессия, потому что вы выслушиваете очень много негатива, и от которого потом, для того, чтобы не засоряться этим негативом, нужно обязательно освобождаться, то есть проделывать какие-то упражнения релаксации, для того, чтобы освободить организм от негатива. Где вы находите позитив? Ну, скажем так, я, наверное, немножко не теми критериями сужу, то есть нет такого негатива и позитива. Я, ну, как-то достаточно открыто жизнь воспринимаю так, как это есть. Ведь нередко клиенты приносят очень много, наоборот, хорошего. Думают, что, ну, как на первый взгляд кажется, что приходят со своей болью, со своими там страданиями, обидами, там еще с чем-то. Но когда начинаешь смотреть на эту жизнь в целом, да, вот на жизнь человека, который перед тобой сидит, там столько можно найти и добра, и света, и каких-то опор, что я, ну, не думаю, что тут речь о негативе идет. Есть просто какие-то основные такие критерии, которые ко всем психологам относятся, там, ну, допустим, перерывы между консультациями должны быть не меньше, чем определенное там количество времени. Там непременно психолог должен быть сыт, он должен выспаться, то есть он должен удовлетворять... Если доктор сыт, то и больному легче. Да, должен удовлетворять витальные свои потребности, потому что иначе, конечно, это будет просто постоянно стрессовая ситуация для организма. Вот. Ну и кроме того, конечно, психолог должен быть достаточно, ну, адекватен тому, чтобы, что он должен понимать, что перед тобой сидит клиент. Потому что как только психолог выпрыгивает из позиции психолога и становится вот то, о чем я говорила, либо каким-то сведущим гуру, ну, кем-то таким, да, то, конечно же, он на себя сразу хватает ответственности лишней. Скорее, тут, наверное, потом давит не столько негатив, сколько вот эта лишняя ответственность за жизнь другого. Ну, в православной среде с этим легко справляются, потому что тут такое, ну, с грехом превозношения нам известно, как бороться. Нужно просто идти, во-первых, на исповедь, и потом понимать, как с этим боролись там все святые отцы на протяжении тысячелетий. Как это делают мирские психологи, я не знаю. И, к сожалению, ну, вот, нередко бывают случаи, когда человек, психолог, не имея какой-то, скажем так, какого-то своего духовного развития, да, он имеет большой риск встать в позицию такого вот гуру, который там будет просто раздавать советы за деньги. Человек, который живет духовной жизнью, и в этом смысле есть и хорошие католические вот психологи на Западе, да, и, ну, наши психологи, которые в рамках православной культуры работают. Когда вот с духовностью все в порядке, когда есть какие-то выстроенные отношения с Богом, тогда, как правило, нету трудностей с вот этим негативом. Вы сказали, когда выстроены отношения с Богом. То есть с Богом можно и нужно выстраивать отношения? Это не так, не опасно звучит? Ну, я не знаю, как это звучит, но есть хорошие такие слова, что если Бог стоит на первом месте для человека, то все остальное будет всегда на своих местах. Я думаю, что просто вот здесь каждый раз человеку нужно сверяться. Вот кого я поставила сегодня на первое место? Если себя, ну, то это может плохо закончиться. Если кого-то, ну, там, сотворил кумира из кого-то, да, там, из близкого или еще из кого-то, то это тоже плохо закончится, потому что мы знаем, какая участь у всех кумиров. Если мы будем каждый раз понимать, что все-таки на первом месте стоит, ну, Господь, и вот как бы понимать, что это не просто пустые слова, тогда, ну, это и есть отношение с Богом. А скажите, пожалуйста, вы являетесь психологом при Украинской Православной Церкви в Киеве. Мне казалось всегда, что в Православной Церкви священник исполняет обязанности и психолога в том числе. Но, оказывается, я ошибалась. Есть еще и психологи, просто психологи, не священники. Ваша деятельность со священниками, она в чем-то и пересекается, и в чем-то и разнится, правда? Ну, знаете, как пересекается, вряд ли, потому что, ну, лично я прекрасно понимаю свое место вот в этой церковной иерархии в том числе. Ну, если так правильно говорить, то каждый должен свой чин знать, да, иначе бесчинство получается. Наверное, в этом плане мне легко, потому что работать я начинала в синодальном отделе, это при монастыре. И там, как нигде, можно увидеть иерархию и возможность подчиняться, да, вот. Поэтому я отлично понимала всегда, что священник может отпускать грехи. Я этого делать не могу.
Поэтому если человек приходит ко мне со своей болью, неважно, человек это православный или неправославный, я никогда не могу ему сказать вот там словами священника: отпускается тебе там грех твой, иди и не греши. Я понимаю, что моя участь только в том, чтобы помочь человеку разобраться в том, откуда все то, что с ним происходит, вот какие основания у него есть для там, того, что жизнь сейчас вот так сложилась, и какой есть выход из этого, но никогда не больше. То есть я понимаю, что в любом случае таинство, которое происходит в церкви, это то, куда я уже прихожу не как психолог, а просто как человек. А скажите, пожалуйста, Анна, безусловно, в жизни существует очень жесткая иерархия, наша православная церковь тому пример, которая зиждется на одном принципе – послушании. Но в жизни, в принципе, все выходит по-другому немножечко, и не всегда люди согласны с тем или иным, и послушание как-то отодвигается на самый-самый-самый дальний план. Ну, я тоже, бывает, не совсем всегда согласна, но, наверное, тут опыт, сын ошибок трудных, потому что было неоднократно, когда я тоже там считала, что я знаю, как лучше. Подумаешь, там, я же вот там знаю, как нужно, а тут, там, допустим, начальник мой, но он же там не имеет там специального образования, например, для этого, там, или еще чего-то. И вот мне, думаю, ну, сделаю по-своему. Ну, слава Богу, Господь разумлял так, что я понимала, что я могу сколько угодно думать, что будет так лучше, но знать, как будет лучше, я все равно не могу. Поэтому иногда просто приходится вот действительно так смириться и сказать, что мне очень не хочется, чтобы было по-моему, но все-таки как взрослый человек я хочу, чтобы было вот так, как должно быть. А скажите, пожалуйста, дело в том, что каждый человек – это совершенно особый мир, совершенно особый – это микрокосмос. Но тем не менее мы знаем еще, что все, что было, то и будет, то есть ничто не ново под солнцем. То есть любая ситуация, она когда-то уже повторялась. Анна, вы как психолог, как вы полагаете, в чем заключается вот именно общее беспокойство общества, ну вот на сегодняшний день нашего? В чем оно созвучно прошлому, а в чем оно не созвучно? Вы знаете, вот мыслители современности, я имею в виду уже вот нашей современности, там 21 века в том числе, говорят, что сейчас пришел такой век, когда лозунг это такой вот «сказать жизни нет». В чем это проявляется? Проявляется в том, что сейчас люди просто до какого-то предела невротизированы тем, что они не принимают. Не принимают самих себя, не принимают порядок вещей, не принимают власть, не принимают… Ну, то есть, в принципе, вот как бы первое слово «нет». Да, ничего невозможно принять. Не принимают религию, не принимают… Ну, вплоть до того, что даже вот лучше мы Марс там начнем осваивать, только не здесь, да, вот это вот нет. И на самом деле это очень сильно выбивает основы у человека вообще нормального существования, потому что, скажем так, 20 век в этом смысле, да, это был век, который сами философы называли вот наоборот, сказать жизни «да». Одна даже из известнейших книг, которая стала там бестселлером, входит в десятку самых популярных книг, это книга психолога 20 века Виктора Франкла, который так и называется «Сказать жизни да». Это человек, который провел там в концлагерях 3 года, который много чего пережил, который был учеником известного всем Фрейда, но когда попал в концлагерь, он понял, что законы Фрейда не работают, что оказывается вовсе там не секс, не голод и не агрессия движут человеком, а какие-то духовные его устремления. Вот если он знает, зачем ему жить, то он сможет все преодолеть. И вот 20 век он прошел примерно под этим лозунгом, то есть человек, наоборот, соглашался с жизнью. Мировые войны так внушили, да, страх перед потерей этой жизни, что человек стремился одно – сохранить эту жизнь во что бы то ни стало, сохранить жизнь свою и сохранить жизнь близкого человека. И по мере того, как забывалась, скажем, стиралась память военных кошмаров и всего этого, да, мы начали приходить к тому, что жизнь стала обесцениваться. Сейчас психологи говорят о том, что наше время – это время таких выкидышей. Выкидышей в том смысле, что все легко выкинуть. Ну, так, абортировать, выкинуть, да, вот и употребляют специально эти слова, потому что они у каждого человека какой-то вот неприятный имеют такой, да, вот оттенок.
Отношения можно абортировать, как только они перестают удовлетворять, да, их можно просто разорвать. Рвутся там браки, рвутся родители, ну, отношения с родителями, с родственниками, то есть идет такое массовое какое-то вот действительно абортирование всего, что не нравится, всего, что не по-моему вроде бы как. И самое страшное, что люди вроде бы как так, как психологи говорят, абортируют самих себя, да, вот тем, что они себя просто не принимают. Вот, я думаю, что люди, которые имеют некоторое религиозное сознание, им легче, потому что они знают, что они как минимум творение Божие. Они начинают с того, что они хотя бы принимают себя как, ну, тех, кто не случайно здесь оказался. Вот, людям, которые стараются делать вызов, в том числе и религии, им сложнее, потому что им негде искать опоры. Но дело в том, что это путь в никуда, и общество может зайти и погубить само себя. Я думаю, что здесь произойдет какое-то, ну, непременно произойдет какая-то точка максимального напряжения, после которого человек поймет, что дальше или путь в никуда, или нужно просто менять свою жизнь. И эта точка в жизни человека наступает, ну, у каждого человека наступает, но наступает в свое время. То есть не будет какой-то общей точки для всего человечества, вряд ли это будет. Но в душе каждого человека должен произойти такой переломный момент. Вопрос в том, как человек отреагирует на это. Ведь можно отреагировать на это, там, как реагировал писатель и философ прошлого века, да, вот Альбер Камю, который считается там тем, кто не верил в смысл жизни, вообще в то, что жизнь стоит того, что жить, и он так и задавал вопрос, а стоит ли жизнь того, чтобы ее жить? Как бы обесценивалась сама жизнь, да, вот в этой максимальной точке напряжения он говорил, что жизнь не нужна, и вообще зачем страдать и мучиться. Но в то же самое время были другие люди, и, слава Богу, тоже такие примеры известны, их много, которые наоборот говорили, что какая бы жизнь ни была, она стоит того, чтобы ее жить. Ну и как бы проходили этот рубеж и просто жили. Анна, будьте добры, ваш совет психолога к людям, которые считают, что действительно, а стоит ли жить? Вот к людям, которые разуверились в жизни, где им найти опору? Если это люди не связаны с православием, если эти люди не связаны ни с какой верой, а просто они вот живут, и вдруг они думают, а зачем? Вы знаете, я думаю, что вопрос этот очень хороший по своей сути, когда человек задает себе вопрос, а зачем? И я боюсь давать какие-либо советы, потому что это же будет только мое частное мнение, поэтому я, наверное, попробую сослаться на авторитеты, скажем так, для меня, это Федора Михайловича Достоевского, который говорил, что просто жизнь нужно любить гораздо больше, чем смысл жизни. И поэтому даже когда кажется, что смысла никакого нет, то, знаете, вот такие банальные вещи, как просто выходить и смотреть на небо, на землю под ногами и на то, что вокруг находится, я думаю, что это уже может быть какой-то опорой. И еще одна очень большая проблема сегодня в нашем обществе – это проблема одиночества. Как вы полагаете, человек с помощью чего может преодолеть эту проблему? Вы знаете, я думаю так, что одиночество – это проблема не того, когда ты никому не нужен. Скорее, как говорят психологи, это вопрос того, что тебе никто не нужен. Поэтому вопрос этот решается достаточно легко. Понять, кто тебе в твоей жизни нужен. И если такие люди есть, то спешить к ним на помощь, спешить к ним, чтобы создать какие-то, ну, там, не знаю, отношения. А если таких людей человек не находит? Может, просто плохо ищет? Скорее всего, плохо ищет, потому что, когда я спрашиваю, кто нужен мне, если на этот вопрос у меня ответ «никто», ну, тогда как бы совершенно очевидно, почему я одинок. Если я понимаю, что да, никого нету, там родных, например, нет, но у меня же есть соседка, пойду-ка я что-нибудь сделаю для нее. Я думаю, что в этот момент одиночество отступит хотя бы на шаг. Сьогодні, друзі, ми з вами зустрічались з психологом при синодальному відділу у справах молоді Української православної церкви Анни Лілік, чиї поради, я думаю, підуть і вам на користь. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 15 травня – святих страстотерпців князів Бориса і Гліба, які є покровителями війська і захисниками від неправди. 22 травня ми згадуємо пам'ять великого угодника Божия святого Миколая Чудотворця –
Цей день в православному календарі називається перенесення мощів святого Миколая Чудотворця з Мірлікійських в Барград.